Первыми о своей проблеме Андрею Клычкову рассказали руководители православной гимназии из Болхова. Долги у организации большие, около 800 тысяч. Но с помощью меценатов пока справляются. Мы можем создать условия, чтобы самим готовить пищу. Так как мы малокомплектная школа, наполняемостью менее 50 человек, условия нам позволяют. И вот самое главное сейчас для нас запустить к 1 сентября вот этот наш пищеблок. Что касается питания, допустим, ну, они, конечно, шикуют, по 400 рублей там кафе там готовят. Вот, конечно, сложновато. Глава региона принял решение о необходимой оптимизации процесса питания, а также оказании финансовой помощи. Сложности, которые есть, которые нужно решить для того, чтобы подать документы на субсидию, смотреть саму гимназию, что можно подправить, это для наших целей, для образовательных, в первую очередь. Детям конкурсы показать, какие могут участвовать, международные, российские, региональные, то, что это обязательно условие, это субсидия. И, Николаевич, тогда тоже подсказывайте по рабочему ходу. Семья Минаевых ждет 12-го ребенка, при том, что вся их жилая площадь исчисляется 42 квадратными метрами. Земельный участок, положенный по закону, они получили. Но он, по словам главы семейства, для строительства непригоден. У меня денег нет. Были бы у меня деньги, я бы мог это все дело сделать. У них нет. Я их не заработаю, чтобы построиться. Подключать риэлторов для того, чтобы продать семейный участок и с учетом материнского капитала тогда уже пытаться заменить жилье или улучшить жилищное. Алена Касаткина, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной».